В прошлом выпуске программы «Глазами животных» мы познакомили вас с участниками международной выставки кошек «Мир Мяу-Май», а также узнали у заводчиков про некоторые породы и поделились полезной информацией для будущих владельцев. А в этом выпуске вас ждет рассказ эксперта Ирины Черняевой из Екатеринбурга, которая поделится своими впечатлениями о выставке и ее четвероногих участниках. В Уфе я не первый раз, на выставках этого клуба тоже присутствовала, и в Уфе, и в Стерлитамаке, и в других городах, проведя уже ВЦФ ринг кастратов, стерилизованных кошек, и уже осуженные животные, впечатления очень приятные, люди доброжелательные, открытые, и животные в хорошем достаточном типе. На данный момент, кого я отсудила, да, могу выделить. То есть мне очень понравились гурманские животные, которые были у нас на столе. Очень понравился вот корнишекс, который вот парнишка был. Британская девочка тоже в золотом тикированном окрасе была, очень славненькая девчушка. Но пока я вот только те, которые двух породы увидела. В принципе, все очень так компактненько сделано, то есть, в принципе, все люди сидят, никто никому не мешает, все доброжелательные, открытые, я тоже сказал. Ринговая зона сделана тоже очень хорошо, то есть большие хорошие клетки открытые, животных видно. Ну, немножко, конечно, с освещением здесь немножко, хотела бы более поярче. Вот освещение вашей камеры вообще очень, очень хорошо, оно тут немножко помогло, вот, хотелось. Но это уже нюансы, вот, съемного помещения не своего, конечно же. Ну, у Клары всегда рассчитаны хорошие выставки проводит, она старается, и призовой фонд очень большой, и, в принципе, люди все уходят довольные и счастливые. Ну, а самые довольные и счастливые уходят, конечно же, владельцы участников выставочных рингов. Ведь здесь эксперты рассказывают и про породу в целом, и про конкретного представителя. Американский кёрл. Это очень активная порода. Порода, выведенная в Америке, то есть это ушки-завитушки. Посмотрите, какие у нас смешные ушки. Ушки у нас загнуты назад, они жесткие, чуть удлиненное тело, мускулистое, шерсть полудлинная. Великолепные длинные пропорции тела, хвост, хорошо пушон. Да, да. Очень активные животные. Это животное поинтовое. Глаза у нас насыщенного голубого тона. Он сейчас покажет всю красоту. Только ловите, называется так. Ну, покажись еще, покажись. То есть, если дома есть маленькие дети, то эта порода очень универсальна для маленьких детей. То есть, это постоянный компаньон. Это постоянный компаньон для детей. Курильский бобтейл – это аборигенная российская порода, которая, ну, первоначально появилась на Курильских островах Дальнего Востока. Первые представители были вывезены оттуда, отсюда и пошло название. Компактное тело, аркообразная спина, задние конечности длиннее, чем передние. Очень уникальная порода тем, что у нас вот, мы знаем четко, что ни у какой из пород не должны быть хвосты с заломами. Хвосты должны быть ровные, глаза должны быть ясные, прямо смотрящие, никаких косоглазий не должно быть. Все должно быть ровненькое и красивое. У бобтейлов наоборот. Нет, с глазами все нормально, они должны смотреть все прямо и все хорошо. Но хвосты, бобтейлам это единственная порода, у которых хвосты разрешены быть иметь заломы. И он короткий. Заломы короткие и подвижные обязательно. Так как это пара, вот этот ребенок, он полудлинношерстный, вариация, видите? Во, добились мы того, что он помашет хвостом. Вот он, видите, он подвижный какой. Вот они, подвижные хвосты. При этом треугольного формата голова, плавных линий. Очень сильные животные, как и любой абориген, курильские бобтейлы развиваются до 3 лет. То есть как сибиряк, мейн-кун, норвежская лесная. Эти все породы развиваются достаточно долго. Сильное животное, с великолепной кондицией, с великолепными породными данными. Американская порода аборигенная, мейн-кун. Этому ребенку 6 месяцев. Разведчики, да? Ощущаете? Если у нас вот этот курильский мальчик, ему было 4 месяца всего.
Здесь 6 месяцев. Посмотрите, крупное, сильное, чуть растянутое тело. Посмотрите, какие конечности. То есть по лапам можно определить, что животное будет достаточно большое. Хорошая массивная голова. Профиль с переходом. Хорошо развивается коробочка. У мейн-кунов мы смотрим обязательно коробочку. То есть ширина носа должна соответствовать ширине нижней челюсти. И смотреться вот такой коробочкой. Профиль должен быть с переходом. Уши большие, широкие в основании с кисточками. Кисточки – это украшающий волос. При этом, посмотрите, какой насыщенного тона шерсть. Она полудлинная, хорошей текстуры. Великолепной длины хвост, посмотрите. Мускулистое, сильное тело. Посмотрите, какие у нас красивые уши, какие кисти на ушах. Причем кисточки – это украшающий волос. Это не породообразующий признак. Российскую породу посмотрели, Курилов? Посмотрели американскую. Вот вам еще одна российская аборигенная порода. Сибирский кот, которому... Это сотый? Да. Которому 7 месяцев. Посмотрите размеры кота. Еще раз повторяю, что курильские бобтейлы, мейн-куны и сибиряки – это не маленькие породы, это крупные породы, и они достаточно долго развиваются. Сильное мускулистое тело, оно еще в развитии. Тяжелое. Посмотрите, какие у нас конечности, а какой у нас характер. Этот кот у нас Blue Point с белым. Вот у нас белые лапочки. То есть, как в простонародье называют, это как раз невская маскарадная. Так это сибирская кошка поинтового окраса. Вот у нас красавец хвост. Тоже великолепно пушеный. Вот у нас темперамент. Да? Великолепной текстуры шерсть. Треугольного формата голова. Плавный профиль. Великолепного постава ушки. А глаза-то, посмотрите, какие. Глаза насыщенного синего тона. Ну, встань, может быть. Встанешь? О! Дай! Хищники все-таки, хищники. Аборигенная российская порода сибирская. Еще один сибиряк. Тоже мы видим крупное, видите, массивное, мускулистое тело. Посмотрите тоже, какие сильные конечности. Но это дети, они должны играть. То есть все-таки, как и любой ребенок, что человеческий, что звериный, они поиграть любят. Мы видим хорошо прокрашены там же холодные участки тела. Масочка, ушки, лапки и хвост. Великолепной длины, хорошо опушенный хвост. Хороший формат головы. Ярко-голубого тона глаза, потому что это тоже поинтовое животное. Хорошая подготовка к выставке. Темперамент. Ну так, неохотно, но мы все-таки поиграем. О, есть. На эту махалку они лучше встают. Великолепный котенок породы... Невская маскарадная или сибирская кошка поинтового окраса. Вот он весь показался, какой он красивый. Это у нас бенгальское животное. Переходим уже к короткошерстной группе. Бенгальские кошки появились благодаря дикой бенгальской кошке. То есть, этот окрас уже искусственно выведенный, потому что классический окрас бенгальский – это черное пятно. Но при этом на этой кошке мы видим именно вот эти розеточки. Видите, да, пятнышко, которые что? Оно не просто пятнышко, оно еще имеет свою окантовочку. Каждое пятнышко еще задарно прокрашено. Посмотрите, да? Вот. То есть мы видим великолепный рисунок по спинке. Эта кошка хорошо тоже нарисована. То есть она у нас еще имеет светлый подшерсток. И насыщена такого аква-голубого тона глаза. То есть она у нас, скорее всего, поинтовая, потому что у нас лапки... Хвост, ушки и мордочка более ярко прокрашены, чем основной тон ее тела. Но при этом она сильная, мускулистая, блестящая, прилегающая шерсть. Она должна быть только блестящей и прилегающей обязательно. То есть это именно структура шерсти такая, очень приятная на ощупь.
модифицированный клин головы, плавных линий, ушки среднего постава, посмотрите, они вот еще округленные такие вот, округленно заканчивающиеся, и такое вот у нее именно необычное тоже выражение взгляда, да, то есть все-таки, как говорится, дикие представители, все равно это видно, да, то есть что когда-то предки бегали где-то там в лесах и полянах, да, да, но при этом они очень любят поговорить, ну и с хорошим характером. Это британская короткошерстная. Мы видим с вами британскую короткошерстную мальчика лилового окраса. Окрас очень универсальный, очень красивый. Ставим. Мы видим плюшевого мишку. Да? Шерсть действительно плюшевая, двойной текстуры. Видите, какая вообще? Хороший толстый хвост, ровный, пропорции к телу. Компактное тоже тело, посмотрите, на каких конечностях, да? А голова тоже напоминает мишку, да? Щечки такие, лобик, глаза большие и среднего размера ушки. Великолепный переход с большими глазами. Великолепное животное, кондиция и характер тоже. Это классический вариант британской кошки. То есть та классика, которая была 20 лет назад присутствовала. А вот это тоже британский короткошерстный ребенок, но уже окрас выведен искусственно. Это золотой... затушеванный. То есть посмотрите, у нас подшерсток он более такого априкосового тона и легкое такое черное напыление по каждому волосику, но при этом двойной текстуры шерсть тоже плюшевая, хороший толстый хвостик, но ребенку страшно, хочет сбежать, хорошая округлая головка, большие, уже видно, что будут они зеленого насыщенного тона глаза. Великолепный переход от лба к носу. Это корниш рекс. Ставим. Великолепное животное. На длинных, высоких, балетных, да, таких вот конечностях. Хорошая спина. Великолепной длины. Длинный, хлесткий хвост. Чем уникальна эта порода? Тем, что это рексовая порода. Значит, у нас что должно быть по телу завитушки? Пригладим мокрой рукой. И мы видим, вот у нас пошла волна, да? Она пока мелкая, но ее видно. То есть с возрастом у нее шерсти становится больше, и завитушки начнут развиваться. Удлиненная голова, профиль прямой, и выбрисы тоже извитые, вот они кудрявые все такие. При этом широкие, в основании и почти прямого постава большие уши. Великолепный кот породы корниш рекс. Все рексовые породы имеют завиток по всему телу. Это одна из рексовых пород. Скотиш фолд. Мы с вами в первой посадке видели Хален Страйта. Помните, да, мы ушки закладывали и смотрели, какой получится скотиш фолд, да? Здесь мы видим уже хорошего скотиш фолда. Мы видим хорошую круглую голову. Маленькие, опять же, маленькие ушки имеют двойную складочку и хорошо прижатые к голове. И смотрится как вот единое круглое целое, да? Если вы представили, то очень похоже на кого? На совят, да? Такой, фу, и только головой вот так крутит. Посмотрите, большие глаза насыщенного орехового медного тона. Великолепный переход от лба к носу. Усы такие тоже все заинтересованы, смотрит вперед. Уши у нас при этом тоже подвижные, обязательно они хорошо ими стригут. Мускулистая, на сильных конечностях. Посмотрите, о, какой у нас хвостяра, да? При этом он хороший, он гибкий. Хороший, толстый, гибкий хвост. Великолепной текстуры шерсть. Необычное выражение лица, да, у этой кошки. То есть мы с вами видели американского кёрла, у которого ушки назад, да, завернуты, а это скотиш фолд, у которого ушки, наоборот, завернуты вперед. Вот видите, каких только пород наши филинологи не навыводили. А еще один скотиш фолдик. Тоже мальчик, но уже немножко другого окраса. Он у нас черный, тигровый с белым. Этому у нас ребенку 7 месяцев, он помоложе, но тоже, вы посмотрите, да, такие вот глаза, особенно когда они боятся, испуганы, но их еще больше становятся. Маленькие ушки, тоже хорошо прижаты к голове, имеют двойную складочку. Хорошая круглая голова с большими глазами. Великолепный переход от лба к носу. Мускулистая, сильная, вот она еле держит. При этом тоже хорошей длины, гибкий хвостик. Да ладно, не возмущайся, все хорошо.
Ну, посмотрите, да? Ух! Совенок реально, да? Вот как совята, как такие вот маленькие смотрятся, да? Но при этом тоже очаровательные животные. Бурманская порода тоже очень уникальна тем, что при своих небольших размерах это очень тяжелая кошка. Как в одном из журналов «Друг» писали в свое время, что это кирпичик в шелковой шкурке. Кошечка маленькая, но она уже весит около больше 2 килограмм. То есть очень сильный костяк, шелковистая, прилегающая шерсть, очень красивая. Это у нас черепаховая девочка, широкая грудная клетка, такой крепыш. При этом, посмотрите, какая у нее плавных линий голова, великолепный переход от лба к носу, тоже открытые желтого тона глаза. Но при этом эта кошка поинтовая. Помните, в первой посадке мы видели сибиряков, да? Сиамский окрас на сибирской кошке. Это тоже поинтовая кошка, но она как бы в негативе. То есть у нее больше темнее ушки, мордочка, лапки и хвостик. То есть, но при этом глаза не голубые, как у сиамской кошки, да, у сиамского окраса. Они у нас желтые. Тоже активная девочка. Посмотрите, как она красиво себя показывает. Вот такая вот красавица. Бурманская девочка, шоколадная черепахового окраса. Вот такой вот маленькая, такой маленький кирпичик в шелковой шкурке. И великолепный характер при этом, да? И посмотрите, такая вот рельефная головка, красиво смотрится. То есть очаровательный ребенок. Еще один бурманский ребенок. Это шоколадный, или еще называют шампань окрас. Тоже, посмотрите, тяжелое мускулистое тело. Великолепная текстура шерсти, она шелковистая, прилегающая, блестящая. Вот что у бурм, что у бенгалов, шерсть вот действительно на ощупь такая вот, вот как норочку гладишь, вообще очаровательно. То есть некоторые бурмисты носят с собой даже такую бархоточку, и так вот наглаживают, и кошка еще блестит еще больше. Красиво смотрится. Посмотрите, тоже рельефная голова, красивая, переход от лба к носу. И при этом, посмотрите, как хорошо четко видны поинты, да? Более темный окрас по холодным участкам, чем основной тон окраса. При этом великолепный тоже характер. Обаятельный ребенок, красивый, великолепный тоже кирпичик. Бурманский ребенок, аплодисменты. Еще один рексик пришел. Мы с вами видели корниш рекса. Рексовый, да, то есть завитушечки. А это демон рекс. Посмотрите, у нас вот рельефная голова, широкие скулы развитые, великолепный переход от лба к носу, при этом большие открытые тоже глаза. И при этом, посмотрите, широкие в основании, низкого постава большие уши. Такое необычное эльфийское такое вот неземное какое-то выражение лица. Кстати. И при этом, посмотрите, вот она у нас такая вот кудрявая шерсть по всему телу. Даже усы у нас тоже извитые. То есть именно рексовая порода, это Девон Рекс. Вот сравните, вот Девон Рекс, да, такой более короткий, рельефный головой. И Корниш Рекс, да, более изящный, да, с большими ушами тоже, но при этом изящество и грация. Но это обе рексовые породы, относящиеся к одной группе. Спасибо. Курильский бобтейл. Короткошерстная вариация. Уникальная аборигенная порода тем, что у нас короткий, с заломами и при этом подвижный хвост. Ну покажи, какой он у тебя подвижный. Ноги подвижные. Ноги подвижные. О, есть, видите? То есть он подвижный, он с заломами. Хорошей текстуры шерсть. Задние конечности длиннее, чем передние. Аркообразная спинка. Посмотрите, какой формат головы. Профиль с переходом. Ушки среднего размера, почти прямого постава. Тихо. Очень активные животные, так как это аборигенная порода с Курильских островов, выведенная у нас в России и имеет большую популярность, ну, как в России, так и за рубежом. Но, ну, этой девочке немножко страшновато. Но все впереди, то есть опыт приходит с боями, так можно сказать. Ориентальный котик, черный, пятнистый, с белым. Посмотрите, да, мы с вами видели плоскомордиков, да, видели с ушками назад, с ушками вперед, да? А это, посмотрите, длинное, длинное трубообразное тело. Вот она, труба. Длинные конечности, длинный прямой, почти длиннее конечности хвост. Посмотрите, какой формат головы. Она треугольная,
длинная. Нижние скулы продолжают линию ушей. Уши широкие в основании, большие низкого постава. Профиль прямой, при этом раскосые глаза и обязательно зеленого тона. Ну и поговорить это святое. Посмотрите, да, и взгляд такой, да, тоже обаятельный. И посмотрите, какая шея, выход головы, да, тоже, да, умница, молодец, молодец. И красивый рисунок. Посмотрите, и тоже тарахтит, то есть характер изумительный. Тоже вот держу на руках, и он поет песни. И посмотрите, какой тоже, какой вопросительный знак на спинке красивый. Вот природа как разрисовывает. Просто уникально. Сам так не додумаешься. Сиамский котик. Этому у нас котику 9 месяцев тоже. Ну, уже видим, да, размеры чуть побольше. Длинное трубообразное тело. Так как это сиамское животное, мы видим более темную маску на голове. Вот на мордочке, ушках, лапках и хвосте. И глаза при этом у нас насыщенного голубого тона. Хороший формат головы треугольный. Тоже продолжается клин головы на ушах. Уши широкие, низкого постава. Профиль прямой, нос длинный. Раскосые голубого тона глаза. Да. Красивый. Ну, посмотрите, какая красивая голова. Достаточно длинные конечности. Стой. Трубообразное тело, мне проще обойти. И при этом тоже достаточно длинный хвост. Видите, вот он так у нас красно-серебристый тайме. То есть вот у нас полосочки на хвосте хорошо видны. То есть великолепно себя показывает. Ну, только похвалила. Ну, немножко расслабился. Ну, немножечко он упитанный, конечно, но при этом все хорошо смотрится гармонично. Спасибо котику, молодец. Мы видим с вами белую девочку с зелеными глазами. Это ориентальная короткошерстная, трубообразное тело, так же, как у всех ориентальных животных или восточных, сиамских и ориентальных. Длинный хвост. Ставь на стол. Достаточно элегантные, высокие конечности. Посмотрите, тоже у нас великолепный профиль головы, длинный прямой нос, широкие в основании, низкого постава уши. Глаза при этом у нее зеленые. Посмотрите, вот у нее здесь вот пятнышки на голове, эти пятнышки с возрастом уйдут. Она будет чисто белого тона окраса. То есть при этом она хорошо себя показывает, тоже урчит. Страшно ей жуть, но при этом для ориентальной кошки это лучше поурчать, чем шипеть и кусаться. Великолепно себя показывает, да, умница. Великолепная кошечка ориентальной породы. Спасибо. А это блондинка сиамская. Сиамская. Она у нас с голубыми глазами. Тоже белая кошка, но с голубыми глазами. То есть мы с вами знаем, что у ориенталов зеленые глаза, у сиамов голубые глаза. Это кошка с голубыми глазами, или их еще называют еще Foreign White. Длинное, опять же, видим, трубообразное тело. Поиграть это тоже святое. Ушами сейчас смашет и взлетит. Расслабилась. Да. Длинные конечности, широкие в основании, низкого постава уши. Великолепный длинный хвост. Пусти ее. Посмотрите, да? Вот при короткой шерсти, которой нет подшерстка, посмотрите, как видны, как играют мышцы, да? То есть практически на любой кошке, которая именно имеет короткошерстную шерсть, короткую, на ней очень хорошо видны. И эту дай, и ту дай. Угу. Это дичь. При этом, посмотрите, не бывает злых сиамов. Это все ерунда. Ой. Бывают злые хозяева. Великолепный котенок породы сиамская.